Свалки мусора сегодня, если и возмущают жителей города, то уже не удивляют. А вот сотни упакованных белых и черных батонов, расположившихся живописной горой на пустыре, вызвали множество вопросов. Как выяснилось, хлеб был изрядно просрочен, а произведен 24-м и 28-м хлебозаводами, которые, кстати, сотрудничают в нашем городе только с сетью магазинов «Магнит». Однако выяснить, из какого именно филиала был вывезен хлеб, рязанским журналистам не удалось. Администрация двух магазинов сети, расположенных неподалеку от указанного места, заявила, что в ближайшие дни они не проводили списание продукции. А портал РЗН-Инфо в рязанском филиале сети «Магнит» объяснили, что на свалку они вообще хлеб не вывозят. Вся нереализованная хлебобулочная продукция возвращается поставщикам. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.